Здравствуйте. Совсем забыл сказать вам еще об одной проблеме. Вы приходите в магазин спортивного питания, вы новичок, и говорите: «Посоветуйте что-нибудь мне. Хочу набрать мышечную массу». Конечно же, продавец спортивного питания войдет в ваше положение и скажет: «Дорогой мой, есть супер новая новинка. Для того, чтобы набирать мышечную массу, вам нужно больше тестостерона в крови». Он же не знает, сколько у вас там его достаточно, либо недостаточно. Он скажет: «Вот специальные препараты для поднятия уровня тестостерона в крови. Не нужно есть анаболические стероиды, пьете вот эту вот вещь, там всякие трибулсы, у вас тестостерон прям зашкаливает, из ушей прям льется, мышечная масса растет». Поверьте, бред полный, бред сивой кобылы. Не берите эти препараты. Когда вы новичок, и, возможно, у вас недостаток тестостерона в крови, может быть, его много, вы же не знаете, не надо бежать там сдавать анализы, узнать, а вдруг у меня недостаток, тогда я куплю трибулс. Не надо. Посредством физических упражнений на начальном этапе организм обязательно, чтобы адаптироваться, он начнет вырабатывать больше тестостерона. И этому будут способствовать силовые упражнения, такие как становые тяги, приседания там со штангой, жим штанги с груди. Эти упражнения вам помогут в выработке тестостерона, потому что организму по-любому придется его увеличивать количество в крови, чтобы справляться с таким физическим тренингом. А какие-то добавки, которые... То ли они действительно вырабатывают, то ли они не вырабатывают, я не знаю. Как-то в молодости, когда только пошло спортивное питание, я применял новая новинка йохимбы из корня там какого-то африканского дерева, тестостерон повышает. Жрал я эту гадость, не знаю, там, помогает она или нет. Нет, йохимба — это хорошая вещь, но совершенно для других целей. Об этом вам вообще сейчас думать не нужно. Но тестостерон, там вырабатывает она или нет, я не знаю, может быть, так вот настолечко, что совершенно несущественно. Так вот, если продавцы спортивного питания вам предлагают данные препараты, откажитесь, поэкономите свои деньги.